Сегодня исполняется 224 года Александру Сергеевичу Пушкину. Также в этот день в России отмечают День русского языка. В Черкесске прошло мероприятие, посвященное дню рождения великого поэта. Оно было организовано региональным отделением Коммунистической партии. Подробности у Али Баташева. Дать дань уважения великому поэту, философу, драматургу, парадоксальному гению, который смог поставить литературный мир в нынешнее его состояние. К памятнику великого поэта возложили цветы и венки. Пенсионер Раиса Погребнякова 54 года своей жизни преподавала в школе русский язык и литературу. Ее отношение к произведениям Пушкина всегда было и остается восторженным. В школе я всегда на первом месте ставила его творчество, старалась проявить любовь детей к творчеству поэта. Действительно, его стихи мелодичные, его стихи патриотичные, они звучат громко, емко, призывно. Школьники Ярослав Дорохин и Полина Сорокина прочитали несколько стихотворений «Птичка» и «Сказка о царе Салтане». «Кабы я была царица, треть я молвила, сестрица, то для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь». Мир Пушкина велик и многообразен, говорили выступающие. С творчеством солнца русской поэзии мы знакомимся в детстве. Оно сопровождает нас на протяжении всей жизни. С детских сказок, начиная его с произведений, мы все впитали это состояние русской души, русские сказки, которые были. Его произведения, когда мы были в старших классах, его великие произведения, когда уже мы взрослые были, он многогранен. С праздником вас всех, удачи во всем, чтобы мы никогда не забывали добротный русский язык в произведениях Александра Сергеевича Пушкина, язык, который сопровождает нас от рождения и до сегодняшнего дня, и, надеюсь, во веки веков. В этот день у памятника Александра Сергеевича на Зеленом острове было особенно оживленно. Волшебное лукоморье, сидящий на ветвях русалкой, ученый кот на золотой цепи и сам поэт, воплощенный в памятнике, напоминали о том, что над настоящей поэзией время не властно. И Александр Пушкин по-прежнему наше все. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.